Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой сессии и, разумеется, в начале новой недели. Снова предлагаю вернуться на финансовые рынки и уже посмотреть на те события, которые еще грядут, соответственно, впереди. Мы, разумеется, не упустим, постараемся не упустить ни одного интересного и важного макроэкономического события, поскольку прекрасно понимаем, что основной фундаментальный фон, он создает основу для наших долгосрочных инвестиционных идей, которых мы придерживаемся уже многие месяцы. Разумеется, сегодняшний брифинг не исключение касательно того, что в ходе него будет отмечено и обозначено очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Чтобы воспользоваться этим бонусом, все как и всегда, предельно просто, нужно будет связаться с вашим персональным менеджером и поменять это слово, соответственно, на бонус на пополнение. Также хочу воспользоваться возможностью пригласить вас на свой традиционный вебинар, который проходит по понедельникам, правильный понедельник, где мы еще раз касаемся основных событий прошлой недели, соответственно, подводим, опять же, фундаментальную такую черту касательно наших инвестиционных идей, делая ставку на то, что насколько они были состоятельны и насколько этот фон может, соответственно, продолжит вносить свои коррективы и влиять на наши действующие актуальные инвестиционные идеи. Также отметим ключевые фундаментальные события этой пятидневки, ну и вместе определим ценовые ориентиры по основным тандемам валютных активов. Соответственно, вебинар пройдет, как и всегда, в 16:30 по московскому времени, поэтому буду очень рад вас сегодня всех видеть. Ну а теперь давайте переходить к нашему привычному сценарию. Начнем, как и всегда, с динамики позиций черного золота и, соответственно, рубля. На текущий момент Brent торгуется на уровне $53 за баррель. Мы видели по итогам прошлой торговой сессии, то есть в пятницу, Brent умудрился даже добраться до ближайшего сопротивления 54. Честно говоря, были такие нотки сомнений касательно состоятельности реально взгляда позиционного характера, направленного на ослабление, поскольку Brent уж больно активно рос и действительно предпринимал усилия всевозможные использовать текущий актуальный новостной фон для того, чтобы реализовывать, собственно, на мой взгляд, по-прежнему не совсем состоятельный бычий потенциал. Но на уровне 54, опять же, от прежних бычьих порывов ничего не осталось. Brent быстро скорректировался, вернувшись в район 53. Говоря про причины роста, опять же, всей прошлой недели, можно прям так и сказать, что действительно Brent демонстрировал повышательную динамику практически на протяжении всего вот этого интервала времени. Напомню, что это ожидание снижения объемов производства нефти в рамках мировой экономики из-за снижения инвестиций в энергетический сектор. Это ожидание внеочередного собрание, встречи ключевых производителей, где может быть определена солидарная позиция по вопросам, опять же, восстановления прежнего ценового состояния энергетической конъюнктуры. То есть, если эта оценка будет подтверждена, опять же, точнее, совместные усилия будут выработаны со стороны ключевых производителей, я прежде всего имею в виду США, соответственно, ОПЕК и Россию, то, может быть, конечно же, эти слаженные действия позволят синхронно перейти к снижению объемов производства, ну и, разумеется, создать на рынке тот триггер, который станет причиной восстановления позиций нефтяного актива Brent и WTI. Но это только ожидания. На текущий момент они действительно пока в плане реализации еще не состоятельны. Рынок их обсуждает. И судя по тому, что мы видим, опять же, повышательную динамику по Brent, очень многие участники рынка верят в то, что эта потенциальная встреча может быть состоятельной, верят в то, что объемы производства будут непременно снижаться. Но, с другой стороны, у нас есть уже реальные цифры. Напомню, что в прошлую среду мы получили информацию по объему производства нефти в Соединенных Штатах Америки. И несмотря даже на количество неуклонного сокращения количества буровых, прошлой неделе, в принципе, не стало исключением, минус 9, соответственно, буровых, общее количество на текущий момент 610 или 609. В общем, показатель снижается, но что касается общих темпов и объема производства, они увеличиваются. И по итогам прошлого месяца мы констатировали, что объемы производства нефти в США, напротив, выросли, достигнув 9,14 миллионов баррелей в сутки. Соответственно, отталкиваясь от реальных цифр, у нас по-прежнему нет оснований говорить о том, что для
опять же, бычьих ориентиров черного золота, бренд и WTI, созданы серьезные предпосылки для того, чтобы реализовать именно бычий сценарий и позволить нам отказаться от нашей позиционной идеи, предполагающей возможность еще большего ослабления, соответственно, позиций черного золота. Плюс ко всему, я по-прежнему настаиваю на той идее, что... Опять же, сезонная недозагруженность производственных мощностей в рамках нефтеперерабатывающих заводов США может стать причиной, да уже стала причиной, вследствие которых объемы, соответственно, переработки нефти снижаются и общие запасы растут. По даже самой скромной оценке многих экспертов рынка, в следующем месяце мы можем, скажем, войти в такой интервальный период, когда будем констатировать приросты запасов в рамках недель больше, чем на 10 миллионов баррелей. Соответственно, если эти ожидания будут реализованы, вероятность этого есть. Давайте вспомним прошлые периоды, 2014 года, 2013 года. Действительно, сезонный фактор, он работает, действует, и в этот момент на нефть оказывается, соответственно, абсолютно оправданное фундаментальное давление. Поэтому сейчас этот фактор я по-прежнему отмечаю в качестве присутствующего риска для позиции черного золота и обозначаю то, что в качестве оправдание и, соответственно, объяснение нашей медвежьей идеи по-прежнему на рынке присутствует достаточная информационная поддержка. В общем, от коррекционной идеи не отказываемся, по-прежнему все-таки делаем ставку на реальные цифры и статистику. Полагаю, что уровень $55 за баррель – это как раз был потолок для текущего восходящего движения. То есть, если мы сейчас в рамках этой недели увидим возобновление отката, то есть совершенно ясно станет то, что мы наблюдали и имели дело с очередным локальным выпадом, который окажется несостоятельным, опять же, с точки зрения подтверждения, опять же, тех трендов, которые пытались заложить в основу рынка уже присутствующие игроки. Поэтому ждем, собственно, снижения ниже $50 за баррель. Наша цель долгосрочная предполагает возможность ослабления позиций Брента даже в район $45, соответственно, за баррель. Что касается российской валюты, актуальные котировки 61.44. Понятно, что все опять было завязано на нефти. Дополнительных новостных событий, интересных фундаментальных поводов на рынке касательно рубля национального происхождения нет. По-прежнему будем отталкиваться от текущей актуальной ситуации с нефтью, поскольку я уже сделал ставку на возможность коррекции, соответственно, ждем ослабления и рубля. Напомню, что впереди у нас заседание Центрального банка, в конце этого месяца состоится. Учитывая то, что рубль за последние несколько недель умудрился свалиться уже с уровня почти 67-68 рублей против доллара до текущих актуальных значений, у Центрального банка есть все предпосылки для того, чтобы возобновить, соответственно, цикл смягчения экономики политики и снова перейти к снижению процентных ставок. На текущий момент ставка рефинансирования 11%. Если, опять же, укрепительный вектор рубля сохранится, вероятность не так значительна. Соответственно, мы будем готовиться к еще одному снижению процентной ставки. Но напомню, дополнительные меры экономического смягчения, как это традиционно действует с точки зрения экономической теории, опять же, для ключевых регионов мира, является большей предпосылкой для ослабления курса национальной валюты. В общем, 60 – это, наверное, также предел для укрепления российской валюты, поскольку именно на этом уровне, как уже, опять же, отмечают большинство участников рынка, Центральный банк снова вмешается в текущую экономическую ситуацию на валютном рынке и начнет снова покупать валюту для пополнения золота валютных резервов. Если бы в пятницу мы увидели то, что рубль смог бы оказаться рядом с этим рубежом, думаю, что сегодня у нас были бы уже, соответственно, основания говорить о каких-то дополнительных действиях или о новом вмешательстве российского мегарегулятора в, соответственно, валютные торги. Вероятность того, что ЦБ начнет покупать валюту, очень высокая, поэтому и этот фактор можно также использовать в качестве еще одного убедительного довода в пользу того, что большего укрепления российской валюты мы, наверное, уже и не увидим. Тем более, что Центральный банк, если, опять же, не говорить про высокопарные цели касательно пополнения золотовалютных резервов, скорее всего, начнет скупать валюту только для того, чтобы, опять же, запустить интервентный механизм и остановить чрезмерное укрепление российской валюты. Наши ориентиры по-прежнему неизменны. Мы делаем ставку на долгосрочный фундаментальный анализ и по-прежнему, соответственно,
отмечая возможность ослабления позиции черного золота, делаем ставку на девальвацию и рубля. То есть на движение тандема валютных активов USD-RUB выше уровня 65 и, возможно, даже основа возвращения к уровню 70. Идем дальше. Европейская валюта. Актуальные котировки 13.70. Торговая сессия пятницы была достаточно скромный на макроэкономические события, поэтому участники рынка, инвесторы, трейдеры снова продолжили обсуждать опубликованные накануне протоколы, то есть в четверг последнего заседания Федерального комитета по операциям на финансовых рынках. И если уж участники рынка, соответственно, уделяют этому событию больше внимания, давайте еще раз пробежимся по основным вехам этого важнейшего события прошлой недели и, собственно, констатируем то, что нужно было усвоить по факту их публикации. Американский мегарегулятор подтвердил наличие рисков для национальной экономики, то есть экономики США, из-за экономического спада Китая. Это, в принципе, прописная истина, мы в этом ничуть не сомневались, и вспомним прошлую, опять же, оценку Джанет Йеллен и ее комментарии по факту, опять же, того коллапса фондового рынка, который мы наблюдали несколько недель назад. Эта риторика стала, скажем, нарицательной для руководителей, многих руководителей, соответственно, региональных ФРБ, и, в принципе, стала причиной, вследствие которых на рынке снова усомнились касательно близких сроков повышения процентной ставки. Риски присутствуют для национальной экономики в связи с, опять же, замедлением Китая и в связи с падением, точнее, с негативными трендами, которые показывают развивающиеся рынки. И это, в принципе, позиция, она остается неизменной. Мы прекрасно понимаем то, что эти риски присутствуют. Я думаю, объективно говоря, что они будут характерны для мировой экономики всегда, собственно. Что касается других, опять же, комментариев касательно состоятельности динамичных темпов экономического расширения, то в целом также представители ФРС отметили, что по причине возросшей турбулентности на финансовых рынках, опять же, опасения за устойчивость экономического роста мировой экономики в целом, опять же, решение сентябрьское не повышать процентную ставку стало частью стратегии управления рисками. В принципе, наверное, если мы, опять же, будем говорить про комментарий Джанет Йеллен, это ключевое объяснение со стороны, опять же, председателя ФРС, почему американский мегарегулятор не перешел к нормализации денежно-кредитной политики тогда, когда это решение участники рынка ждали. Но, с другой стороны, согласно опубликованным протоколам, у нас по-прежнему есть все основания полагать, что это решение может последовать до конца 2015 года. По крайней мере, четкой позиции того, что ФРС не собирается повышать процентную ставку, мы так и не услышали. А учитывая комментарии представителей ФРС, в частности, в пятницу мы следили за комментариями Уильямса и Локкарда. Это, опять же, голосующие члены, которые анонсировали возможность того, что отдадут свой голос за повышение процентной ставки вот уже в ходе следующего заседания. Деннис Локкард, руководитель ФРБ Атланты, уже давно придерживается этой позиции и еще раз в пятницу констатировал тот факт, что прогресса на рынке труда и недвижимости вполне достаточно, чтобы перейти к серьезным изменениям монетарной политики в рамках, соответственно, ФРС США. Разумеется, для нас, для трейдеров, которые ориентировались на ужесточение монетарной политики по факту последних протоколов, сейчас, опять же, комментарии высокопоставленных чиновников, которые и будут голосовать за повышение процентной ставки, это главный сейчас маяк на рынке, мы продолжим за ними следить, поскольку из важных макроэкономических событий впереди у нас не так уж и много, но, честно говоря, какой бы сектор, наверное, мы не проанализировали, снова мы сможем убедиться в том, что прогресс, он действительно актуален, он сохраняется. И если бы не внешнеэкономические угрозы, за которые цепляются некоторые представители ФРС, и прежде всего Джанет Йеллен, повышение процентной ставки уже давно бы произошло. Да, есть еще риски, связанные с низкой инфляцией, но еще раз напоминаю, что даже исходя из позиции Джанет Йеллен, низкая инфляция – это далеко не определяющий критерий, вследствие которого ФРС может отказаться от политики повышения процентной ставки.
Вернемся к европейской валюте. На прошлой неделе мы анализировали много слабых макроэкономических данных, пришли к выводу о том, что экономика по-прежнему нуждается в дополнительных мерах экономического стимулирования, и сейчас участники рынка действительно всерьез допускают, что это решение может быть анонсировано ЕЦБ уже 22 октября, то есть фактически на следующей неделе. Мы, разумеется, следим вместе с ними за возможностью этого события. На этой неделе также продолжим анализировать макроэкономические релизы, но в целом я думаю, что негативный тренд для еврозоны сохранится, потому что еврозона, так же как и в принципе Соединенные Штаты Америки, также уже активно дисконтирует риски, связанные с снижением темпов экономического роста мировой экономики. И прошлое состояние промышленного сектора и динамики производственных заказов, то есть прошлой недели, явное тому подтверждение. Этот сектор в рамках даже Германии, локомотива валютного блока, стагнирует и создает соответствующие предпосылки для слабых темпов экономического расширения. То есть негатив у нас хватает, ждем, соответственно, действий проактивных со стороны ЕЦБ. Что касается программы количественного смягчения, то сейчас идет обсуждение касательно возможности расширения этой программы дополнительно на 20 миллиардов евро. То есть, если сейчас она 60 миллиардов, то, возможно, 22 октября мы услышим о том, что новые актуальные параметры для европейской QE будут составлять уже 80 миллиардов евро в месяц. Соответственно, через расширение баланса ЕЦБ это серьезный фактор для долгосрочного ослабления главного валютного риска, то есть евро. Поэтому наша цель касательно возможности снижения в районе 1.10 также остается актуальной. USD-иена, поскольку здесь в целом мы про протокол уже поговорили, ясное дело то, что этот вопрос, связанный с нормализацией денежно-кредитной политики, остался на повестке дня, на повестке обсуждения и голосования уже в ходе последующего заседания. Мы ждем повышения процентной ставки и отталкиваемся от позиции многих представителей ФРС касательно того, что это решение будет все-таки анонсировано до конца 2015 года. Плюс ко всему, не стоит забывать и про конкурента доллара. В последнее время мы также часто смещаем фокус внимания на японскую иену, потому что сейчас ожидание дополнительных мер экономического стимулирования со стороны Банка Японии также актуально. Возможно, уже 30 октября мы услышим о том, что и японский мегарегулятор, к сожалению, уже не может, скажем, придерживаться прежних параметров и ожиданий касательно разгона индекса потребительских цен до целевых показателей без дополнительной поддержки, то есть без дополнительных мер экономического стимулирования. На прошлой неделе Банк Японии избежал этих мер, но Курада, то есть председатель японского мегрегулятора, отметил, что не значит, что эти меры нужно списывать со счетов. Если этот месяц будет несостоятельный в плане какой-то позитивной динамики и, соответственно, не улучшит ожидания и перспективы, соответственно, прогнозов по разгону индекса потребительских цен, то уже в ходе последующего заседания это решение может быть принято. Мы также ждем его очень давно, обозначая серьезную долгосрочную предпосылку для слабости японской иены. Что касается других валютных активов, фунт, мы видим то, что в пятницу фунт против доллара скорректировался, нарисовал очень неплохую на дневках разворотную свечу, посмотрим, насколько она будет дальше состоятельна. Мы ждем ослабления британца, потому что прекрасно понимаем, что, скорее всего, рост последней недели был связан исключительно с комментариями руководителя Банка Англии Карни о том, что по-прежнему есть вероятность увидеть повышение процентной ставки в конце этого и начале 2016 года. Но я думаю, что это некоторое заблуждение, поскольку вряд ли британский мегарегулятор отважится на повышение процентной ставки на фоне текущих макроэкономических релизов, на фоне текущей фактически дефляции и реального падения экспорта, что связано с укреплением курса национальной валюты. Поэтому ждем следующей оценки, может быть, более уже объективных и адекватных комментариев со стороны британского руководства мегарегулятора касательно того, что в лучшем случае ужесточение монетарной политики в рамках Англии стоит ожидать не раньше 2017 года. Поэтому как только рынок снова осмыслит эти не самые радужные перспективы для британца, мы сможем увидеть, соответственно, возвращение медвежьего порыва в расположение пары фунт-доллар и, соответственно, снова сделаем ставку на нашу по-прежнему сохраняющуюся актуальные идеи, связанные с ослаблением пары фунт-доллар в районе 1.50. То есть по-прежнему остаемся в этом активе и ждем коррекции фунта против американского доллара. Австралийцы с новозеландцем у нас активно подрастают, что в целом связано с общим улучшением настроения в отношении сырьевых активов и слабостью американского доллара. Но понятно, что если
если мы начнем копаться в фундаментальной составляющей того же самого австралийского региона, будем оценивать, опять же, влияние сильного курса национальной валюты на общую экономику в целом, особенно для сырьевых стран, мы поймем то, что, скорее всего, мы имеем даже, может быть, хоть и затяжным, но, наверное, более ложным ралли, чем абсолютно оправданным и обоснованным. Поэтому следующие макроэкономические отчеты будут для нас определяющими, также с точки зрения снова, скажем, убедиться в том, что наш коррекционный посыл был верен, и я уверен, то, что общая слабость регионов будет подтверждена, и если сырьевые активы так радужно реагируют на восстановление нефти, которое мы наблюдали в последние недели, стоит прекрасно понимать, что как только Brent развернется, мы увидим точно такую же затяжную коррекцию по сырьевым активам, то есть они будут тяготеть к ранее выставленным целям, которые предполагают возможность по тому же самому австралийцу снижения ниже уровня 0,70. Еще хотел отметить канадца против доллара. На прошлой неделе в пятницу мы анализировали данные по рынку труда. Отчет больше слабый, в частности, уровень безработицы составил 7,1% против прогноза 6,9%. То есть еще один слабый макроэкономический релиз. Напомню, что на прошлой неделе также мы пришли к выводу о том, что и рынок недвижимости, который до этих, точнее, на протяжении последних 2-3 месяцев был драйвером для экономики в целом, также начинает стагнировать. И значит, единственный, опять же, фактор роста канадца сейчас – это восстановление позиций черного золота. И как только эта идея будет уже несостоятельна, значит, прежний фундаментальный негатив снова накинется на позиции национальной валюты и укажет на те уровни, которые являются для USD/CAD более оправданными. Напомню, что USD/CAD, наша цель, это движение выше уровня 1.30 до конца этого года. Я также отметил, что есть возможность зацепиться за сопротивление 1.35. Что касается кодового слова на сегодня, это событие. Уровень, точнее даже бонус, это 5%. Сегодня день интересный тем, что в Японии день здоровья, в США день Колумба, и также, по сути, отдыхает Канада, потому что там день благодарения. В общем, торги, наверное, будут недостаточно волатильными, но все равно продолжаем следить за макроэкономическим фоном, и, разумеется, если будут какие-то интересные события, о них мы поговорим уже завтра. Большое спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.